эксцентриссимо. Чтобы сходить на концерт в Кирове, иногда хватит 200 рублей. Заезжие гости могут стоить дороже – 1003. Что бы нам могли предложить за $1 000 000? Концертный зал в собственность? Пожалуй, и это слишком дорого. А вот в Исландии за миллион предлагают билет на музыкальный фестиваль в долине гейзеров. Билет, правда, на 6, то есть друзья пусть тоже деньги вкладывают. Компанию доставят на частном самолете из любой точки земного шара. Разместят на неделю на элитной вилле в сердце Рейкьявика. Секьюрити, люксовое авто, даже если они не нужны, все равно предоставят. Отвезут на ледник, покатают на воздушном шаре. Ну а если о музыке вспомните, то можно сходить еще и на фестиваль. И посидеть в VIP-зоне, и посетить бар, куда пускают только выступающих. А чтобы совсем не было мыслей, что миллион зря потрачен, вас сводят на первый в мире концерт внутри спящего вулкана. Говорят, что это будет не Ийафьятлайокудль. Эксцентриссимо.